Ну что ж, вот и наступил следующий день. Мы опять встали на этой стоянке после похода, погуляли. Вырубили камеру, отдохнули. Сегодня собираемся в ботанический сад города Сочи. Вчера устали. Ну, не то, что сильно, слишком. Нормально. Ой, вот так вот убегает Коща. В общем, сегодня мы еще погуляем. И будет здорово. Ну вот, припарковав машину на горной дороге, такой вот, мы пошли посмотреть, что за водопадик, о котором нам в первый же день говорили люди. Там какая-то тропинка к нему ждет. Вон он, какой красивый сверху. Вот так вот он выглядит сверху сейчас. Вот так вот он выглядит сверху, да. Вот такой вот он красивый водопадик сверху. Сейчас к нему зайдем снизу. Бочком-бочком. Крабик-крабик у тебя, да? Во, какая тропиночка вниз идет к этому самому водопадику. Ну, сейчас к нему прогуляемся. Я бы сказал, даже каскадику. Из водопада. Ух. Красиво. Совсем недалеко от собственно большого ореховского водопада. Большой. И, собственно, потом эта же речка превращается в ореховский водопад. Ну, красиво. Очень красиво. Чего себе. Водопад без названия, но достаточно красив. По крайней мере, мы не знаем его название. Такой вот водопад по дороге к нашему лагерю. Да, красота. Малоизвестный, но очень интересный водопад. И это буквально в 1,5-2 километрах, даже меньше, километры, наверное, от Ореховского известного водопада. По той же реке Безуринка, там дорога идет. Обычно идет вот такой деревянный, не знаю, деревянные такие воротцы, как без створок. Угу. Такой вот удивительно красивый водопад здесь активен. Не сказали бы, поди не заметили бы. А вот есть. Такие дела. Сейчас попробуем. Тянуть нос. Камера не обещаю его мокро, но нос сюда. Ой. Ой. О, не вроде. Вот он крупным планом. Водопад целиком. Ну, а мы отправляемся в ботанический сад Сочи. Вот мы добрались до сочинского дендрария. Припарковали машину в зарослях бамбука. Вот. Ну и направляемся, собственно, в сам дендрарий. Да, бамбук отличный. Принес. И толстенный. Пошли в Нижний парк погулять пока самостоятельно. Идем экскурсию в Верхний парк. Сейчас надо уже экскурсию записать, но это мы узнаем по ходу пьесы. Сейчас отправляемся в Нижний парк. Вот он, знаменитый сочинский бамбук. Здесь он очень хорошо растет.
лебедя. Кого вы там любите? Мыши. Мыши? Одна мышь ест быстрее, вот эта мышь еду в году. Крылья сложили. Ест быстрее, вот эта еду в году. Жарко. Вон, мышка, она там, это уж заснали. Я как увидела, меня опять вдруг. Вон, мышка, она. Грабил. Грабил. О, грабил. Прицелы дня. Морку тащил, но так большой кусок умыкнула. О, там еще где? Там вон там мышка, мышка. А, вон, да. Только, по-моему, это крыса. О, подходит, он смотрит. Он недоволен. Смотри, он. О. Лебедя, лебедя. Отойди, отойди, солнце. А что он может? Чапнет. Да, а как он чапнет-то? Еще как. Лебеди достаточно опасная птица. Да ладно. Ага, когда он крякнет, это нехорошо. Красавчик. Лебедя, лебедю. Сходи, сходи, смотрит он как-то недобро. Ладно. Ты ее распушил, видишь? Лебедю. Кипарис. Лузианский. Вот это вот кипарис. Мешком покрыт. И что еще такое? Здесь китайские садики сделаны. Кипарис крупноплодный. Да, здоровый. Так, содиум. Двуярусный. Но бамбук реально впечатляет. Не такой, как в этом в Крыму. В Никитском ботаническом саду, да? Помните, маленький такой. Такой-то, ух. Мощнявый. Вот как раз из-за влажности. Зеленые лягушки. Такие вот они, местные лягушки. Вот бамбуковые удочки. Раньше народ из этого делал. Да, магнолия. Крупноцветовая. Вот это вот растение ядовитое, про которое я говорил. Видите, у него бутончики? Вон они. Видишь, такие большие-большие бутончики. Пальма. Ух. Ох, какой цветочек. Смотри, Давид и выяснится. Он не пахнет. Ну как же, надо понюхать. Пицундская. Вот это из пицунды сосна. Вот такие вот сосны в Абхазии растут, похоже. Значит, это вот локальный вид. Видишь, пицунда, это вот что-то там. Абхазия. Вот похоже, что там будут вот такие сосны. Кожаны. Да, прикольно дерется. А-ля скамейка. Я. Кедр гималайский. Какой вот он. Кедр гималайский. Не очень большой. Тут как раз таки мы видели куда больше гималайских кедров в этом. В Никитском ботаническом саду. Какие-то непонятные штуки. С виду похожие на увеличенную версию каких-то вирусов или я не знаю. И вот забавные цветочки. Это одина
Одина красноватая. Вот. Одина красноватая. Камерия японская. Вот что это такое. Ого, вот это я понимаю, бамбук толстенный, блин. У этих стволов толщина с ногу. Балдеть. Это кто-то нюхел, это вообще. Да. Вот это я понимаю, бамбук. Помните, что бамбук это все, между прочим, одно растение? Что это не вот эта штука бамбук, не вот эта штука бамбук, а вот это вот все одно и то же дерево. Одна и та же общая система. То бишь трава, вернее, а не дерево. Это вообще трава. Травка, блин. Почувствуй себя хлопом, это называется. Ходишь в листьях травы. Да, вот это вот блиндуры. Ух. Вообще палка. О. Вот трясти. О, вот это толстота. Во. Да, вот это бамбучина. О, тут черные лебеди. О, тут есть черные лебеди. Ага. Угу. Посмотри, как петух бегает. А черных что, в солярии мочили? В смысле, в этом, в нефти искупали. Курочка-то. Карачка гри. Да-да-да, KFC. KFC ждет их. Куда? Точно. Ого, их это двое. Угу. Курочки-то сбежали. А карачка. О, красавчик. Лебеди после добычи нефти. О, красиво. А это сюда придет. Угу. Ладно, красавчик. Ого. Фига у него голова так гнется вообще. Офигеть. Вот это я понимаю. Жесть. Он действительно может запхать ее куда угодно. Вот это гибкость. Да. Один с красным клювиком, другой с сереньким, да? Да. О, что это он там достал со дна? О, фига такой. Что-то там со дна кушает. Ой. Ну, о, фига такой и вытащил. Угу, ну. Угу. Угу. Ну, ничего себе такая. Ну, понятно, зачем такая длинная гибкая шея. Ох, как веточку вытащил. Да. Лебеди прикольные. Красота. Это и куриная окорочка. Сколько тут? Белая лебедя.
сорочок и белые лебедя. А это что за дерево? И не подписано. Дупло большое. О, какое дупло. Бук, что ли, не бук? Где? Бамбук. Это у нас платан кленолистный. Ух ты. А лебедя продолжают удивлять. В водопаде. Павел под воду. Нельзя. Вот это лебедя, лебеди. Носок, мохито. Ой, Миша, вот он. Кто? Да, вон он, еще один. Что, блин, я сейчас собаку взять и сосед. Вау, какой он здоровый, да. Вау, какой красавчик. Знаешь, зачем ему эта хрень? Нет, рыбу складывать. Угу. Ладно. Угу. Такой вот красавчик. А такое. Тут черепашка. Ого. Утка. Миша, посмотри. О, кто это? О, енот, похоже, да. Ах, вот он как енот полоскун выглядит. И потаскун. Как вы мне поехали? Ну, это генотики, похоже. Шулочка. А вот это вот самое вкусное. А? Жирное я прямо чувствую. Что за самое вкусное? Ну, что это? Спасибо, это вот. Сейчас пойдем тут там солнышко с черепахом. А вы еще черепахи. Какие цветочки. Пахнут. 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 Рыбка сдохла. От жары отсутствие. Воздуха, черепашка довольна. Будет что поесть. Всякие плавают. Типа губки, что ли? Типа губки, слушай, это губки, по-моему. Да, слушай, точно губки. Интересно, не замерзает ли мой? Черепашка. О, какая черепашка. Время жила, помнишь? Только здесь она большая. Вот это пистия растет. Как она называется? Ну, короче, помнишь, у нас в водной оранжерее сидит эта большая пушинка? Какая-то там рерия, не помню.
Тут, по-моему, лотосы. Вот это вот лотосы, по-моему. Синенькие и беленькие. Это лотосы. Да, ну пистя, конечно, впечатляет. Вот вот она такая, почти как капуста, видишь? Да, вот это закуточек. А я даже не знаю, что такое. Кувшинка обычная есть. Но если не сюда. Но вот это размерчик кисти, да. О, там черепашка. Сюда. Черепашка пробирается. Лягушка. Вот такая. А вон. Вот прямо сидит, видишь? Да. Вот я вот лягушечка. Вот лягушечка скачу. Еще лягушатки скачет, поэтому прям тут много-много. А тут скачут. Обалдеть. Красота. Может быть, привет из Амазонки. Там оно так. Без цветочков. Нашли какую-то непонятную хрень, которая интересно пахнет. Что за хрень, не ясно. Пахнет очень. Вообще вкусно пахнет. Да, интересно специфически. Вот такая вот хреновина. Что это такое, непонятно. Вот это великанчик. Сидит. В засаде. Гуляли вот в этой части внизу парка. Станция конечно дороги из верхнего парка в нижний парк. Сократная дорога ходит вот. Здесь как она сделана. И вот, соответственно, план-схема этого верхнего парка, в который мы сейчас пойдем. Надеюсь, что с экскурсией. Ну ай да. Немного о парке. Италия – это парк, известный своей коллекцией древесных растений. На территории 48 гектаров произрастает 1800 видов и форм деревьев, кустарников. Выходцев из субтропических и умеренной климатических зон земли. Короче, 15 километров бродить. Поэтому интересно читать, что это. Я вам расскажу. Итак, давайте начнем с самого слова дендрарий. Оно имеет греческое произведение. Не-не-не, вот так вот не... Не снимать, да? Нет. А как, вот так? Ну, так вообще, можно. Как бы, ну, отдельные моменты вы можете снимать, если конечно, на видеоконференции. Итак, начнем с самого слова дендрарий. Оно греческое происхождение имеет. Дендро значит дерево, арии – собрание. То есть мы с вами находимся в собрании, либо коллекции деревьев. Недалеко от пустоснователя парка стоит Сергей Николаевич Куликов, который в 1889 году приобретает местный участок земли площадью 52 дестины около подножия горы Лысой, Игоря, собственно говоря, Лысая по имени Махов. Потом посмотрите на верхушку. Видите очень красивую зонтичную крону. Вот такая зонтичная крона получается благодаря тому, что боковые ветви у этой сосны растут быстрее, чем центральные. И появляется такой красивый зонтик. На родине в Италии шишки очень крупные, до килограмма веса. И в этих шишках есть до сотни съедобных орешков. Сейчас я вам покажу эти орешки. Вот такие вот небольшие. В Италии их называют пиньоли и употребляют в пищу. Так же, как у нас употребляют какого? Кедровый. Кедровый. Только кедровый так называемый все-таки. Почему так называем? Потому что ученые ботаники говорят, что на планете Земля носит всего 4 вида кедров. И все они произрастают только в южных странах. Вот если ботанически сказать, все-таки про кедр сибирский, это не кедр, а сосна. Сосна сибирская. Вот так вот будет в любом зоологическом учебнике раскрыто. Мы сегодня со встречными кедрами с вами познакомимся. 4 видов у нас в парке присутствует 3 вида. Я вам расскажу легенду, почему мы уже начали сосной кедром называть, а не сосной, чтобы это было неправильно. Чуть попозже. Также из полен сосны папа Карло знаменитый. Кого сделал? Буратино. Ну видите, да, в России Нигеря, буратино, да? Называют. Как бы что-то итальянское, да, но с названием сосны Пиноккио, не связано. Да. Да, конечно, в Италии пиня, от пини Пиноккио как раз таки произошел. А также гималайским.
Кедровые балочки чуть попозже мы с вами увидим. Из кедров, из четырех, этот самый у нас стал распространенный, несмотря на то, что он традиционный гималайский гор, но сейчас основная хвойная порода в нашем горе. Будем гулять с вами, я вам покажу, потом по городу будете прогуливаться, увидите огромное количество, больше 100, может даже 200 тысяч вот таких вот кедров у нас посажено. По левую руку это снэпини, это огромное количество шишек, это сноладная североамериканская. Ну чем она примечательна? Вот такое большое число шишек на лице сосны всегда. Вот будете по городу гулять, присмотритесь к соснам, увидите, что достаточно много их посажено. Чаще всего место парь, потому что сок является ядовитым. И попадая на слизистую глаз, например, настолько длинный, вот, видите. Поэтому лучше только вот так, вот, эстетически наслаждаться, не тереть, не это рвать. Олеандр получается стоит. Это, да, или? Да. По всем центральным улицам там посажено, вот выйдете прямо из парка дендрарий. Дорогая, а чем интересна, чем примечательна сосна? А что на родине, в Корее, в Японии, из нее сделали знаменитый бонсай. Ну, все, наверное, знают, да, что такое бонсай. Это переводит, значит, сад на подозе, калипизерей, да, который на плошку очень красиво выращивает. В Японии есть образцы, которым 300 лет, то есть для них это национальным достоянием является. И да, выставка проходит, даже охрана представляет. Вот. Это целое искусство, конечно, но корневую систему нужно подрезать правильно, ну, целое формирование. Большую крону нет. Мексиканцы полвизной или выдыхательно подают сосны, что мексиканцы. И такая мягкость, конечно, для сосны характерна для самых нужных. Если не залазить, то сосну уже будет очень проблематично даже вырастить, потому что у нас здесь климат субтропического климата. Вот складывается такой климат благодаря двум важным факторам. Во-первых, это главный сейчас хребет, это высота 3-3,5 тысячи метров, который участвует в холодной воздушной атмосфере. И второй мощный фактор – это теплое Черное море, которое является термолитром тепла. И вот благодаря этим двум важным факторам сливается наша эмоциональная субтропическая климата. Ну, что их позволяет такой большой договор разнообразия. Посмотри, как она нежная. Сначала познакомимся с вами с пальмами. Вообще в пальмовом мире насчитывается больше 1000 видов. И все они делятся на два типа лишь. Ну, типа лесовые. Как мы за время слышали, научиться очень легко различать, по типу тайная пальма принадлежит. Так, давайте начнем. А прямо перед нами находится пальма, называется она китайская веерная пальма. Вот смотрите, листва у нее похожи на веера. Родина Китая, и вот такое простое листоповинное название, это китайская веерная пальма. Вообще ботанические названия, конечно, не будем сложно, это рассказано исключено, но так вот ассоциативно очень легко эту пальму запомнить. Листья похожи на веера, родина Китая, китайская веерная. Давайте на противоположную посмотрим пальму. Эта пальма называется бутерголовчатая. Бутерголовчатая является ростом перекосовой пальмы. Пальма, которая дает собой много вкуса. Но, конечно, вкусов пальмы только в практическом климате. Было бы, наверное, конечно, очень круто, если бы у нас в городе Сочи были бы кокосовые пальмы. Но раз родственница, должна, конечно, удобные плоды давать. Вот такие вот плоды в октябре-ноябре месяце можно увидеть грозди. До 15 килограммов весит такая гроздь. И сама она выглядит как крупная слива, если вот будете пробовать. В Италии, в Испании очень много их посажено. Вот португальцы, испанцы, они же Южную Америку первыми покоряли. Это как раз южноамериканская пальма. Мы себя, конечно, нажали. Если будете в октябре-ноябре месяце по Южной Европе путешествовать, или здесь у нас, то значит, можно подойти, потрогать. Не потрогать, даже попробовать, потому что очень сладкие. Даже некоторые вот у нас варенье научили или готовят. Китайская пальма распространяется птицами самосевом. Воздух не переваривается и здрасте. Удерживает до минус 17 градусов. Потому что нету привычного, да, резного рисунка листа, ну как мы обычно, да, видим резной рисунок листа и понимаем, что это дуб. Но главная чувствительная особенность дубов является не резной рисунок листа, не кора, да, по коре так уж точно на дуб не похож, а является, конечно, плоды. Плоды у дуба это кто? Желуди, да, давайте покажу, как в октябре-ноябре месяце выглядят. Вот такие вот, видите, все усыпанные. Да. Это октябрь-ноябрь месяц. Давайте с вами приглядимся. Я прошу, все-таки не как бы это с камерой специально пробковую рощу сделать. У нас в городе Кудепсе, в нашем районе, есть как раз роща больше 20 гектаров посажена. Вот в этих рощах я пытался 2020 год. В нижней части дуба делается надрез, делается верхней части дуба надрез. Специальными ножами пробка снимается с этого дуба. Ну, конечно, очень аккуратно, очень деликатное дело такое, что дуб просто выжил после этого. Потому что будет нелетально, да, раз это у нас 20 лет, так и дерево будет не сажаться. У нас представляют, что тут подростков лет 15 назад решил кусок пробки вырезать ножом. Очень неаккуратным способом это сделал. Дошел до основания, и дуб, к сожалению, этот повредил.
После этого пробка уже, к сожалению, не заживает вот в этой части. Вкуснейшее, это очень аккуратно нужно сделать. Пробка — это кора этого дерева. Кора, конечно, это не защита, так же, как у нас кожный покров. Поэтому очень аккуратно. Куда? На середине полосы, так же, как и черешня, например, опадет. Вообще, в средней полосе дубы — это одни из самых долгоживущих деревьев, доживают до 500-600 лет. А в Армении есть дуб Вардана, ему 1500 лет. Удивительно, это одни из самых долгоживущих. По какой причине? У них дубильные места, содержатся, которые мешают распространению паразитических организмов. Поэтому, с удивительных, они так долго и могут прожить. Но мы сегодня с вами сегодня видим, который еще дольше. Мы немножко обойдем. Болото. Американское. Это уже у нас можжевельник, можжевельник Вергинского. Вот чем интересны можжевельники? Они являются первостепенным по выделению фитонцидов. Что такое фитонциды? Это активные вещества воздуха, которые убивают большинство бактерий. Вот если взять один кубический метр можжевельного лесу и сравнить его с таким же одним кубическим метром операционной, то можжевельного лесу он будет чище. Если посадить сегодня на гектаром можжевельного леса, он способен обеспечить чистым воздухом до 100 тысяч населения года. Да, приятно пахнет. Сейчас это Северная Африка, Алжир, Марокко, ну, который на любом рынке, на любом экстракте можно приобрести. Ну, я вам чуть попозже финик это покажу, немножко разочарует, наверное, потому что он более маленький, конечно, на африканский, совсем уж не похожий. Хочу вам показать гербер Росточа. Возможно, вы его видели, но для вас он интереса большого не представлял. Сейчас немножко по-другому вы увидите, в другом ракурсе. Вот в правом верхнем углу, посмотрите, изображена как раз таки эта пальма. Финиканашки. Ну, очень красивая представительная пальма, поэтому на гербу Росточа поместили ее. Ну, и внешне, конечно, африканская похожая краска. Чем богато все поместили, видите, это гору Сантоморья. А сырость всего поместили, вот, сердце горят. Вода, дождь, огонь. На самом деле, это и то, и другое, вот, ну, так образно выражается. Потому что переводе, что быстро, это значит огненная вода. То есть, ну, для человека, конечно, интересно, они не представляют. Да, маленький. Да, больше для... конечно, да. А это вот маленькие финики сквозь траву прорастают самосеем. Вот с него. Да, лавр, а плод похож на вишню. Это название лавра вишня. А содержит стильную кислоту, вот это лекарство, это в большом количестве это яд. Но маленький количество набор лекарств. Если пойдете в аптеку сегодня, скажете, дайте капли, пожалуйста, лавра вишня, вам дадут успокаивающие капли. А нет, с побережья лавра вишня растет и вплоть до 1500-2000 метров поднимает. Вечно зеленая, то есть такой образует вечно зеленый наш полок. И даже лес зимой он выглядит, поэтому вот так вот зелеными красками очень красиво. По композиции и одним из поэтому символов Ирландии является рождественский, конечно. Около 200 разновидностей у него. В основном вот такие вечно зеленые. Австралийский. Лавры. Ой, какие плоды. О, какие плоды. Ну, чем она известна, это, конечно, своим лютым приятным цветением. Правда, тень уже в этом году подходит к концу. Сейчас я вам покажу такие вот цветки. До 25 сантиметров в диаметре. А почему одним из символов нашего города являются? Очень большие, до 25 сантиметров. Очень приятно пахнущие. Поэтому, например, все современные парки аромат магнолии стараются добавить. И по всем центральным улицам у нас посажено. Улицы Новодинская, например, Корзун, проспект вот этому 10-километровый. Парк Ривьера есть аллея Дружбы, аллея Космонавтов. Начиная с 60-х годов, космонавты, которые приезжали в наш город, сажали именно магнолии. Там более 30 магнолий, деревья памяти даже не выгорели. Поэтому один из символов нашего города стал. Это вечно зеленая магнолия. Если у вас будет свободное время, в марте месяце, например, да хотите приехать, да, вот такие вот это листопадные, это вообще магнолия магнолия. Магнолия обнаженная, магнолия кобус, магнолия лицветная. Это все вот мартовское цветение как раз. Те сами более широкие, отличаются что-то европейское, что-то сибирское писто. Ну, марточку сейчас будем проходить, потрогать, насколько мягкая. Такая вот хвоя интересная. Некоторые говорят, как искусственная, вот что-то такое вот
оно как это пластик, как по ощущениям. Ну, сейчас вот будете потрогать, ощущения поделитесь. Тут вот орех. Здесь у нас самшит. Самшит, это второе название, это железное дерево. Лисина очень тяжелая, что тонет в воде. То есть из обычного дерева мы с вами полуделом по воде плывет, из этого, наверное, только подводную лодку можно сделать. Чем объясняется? Очень медленно растущая. Приезжает 1 мм в год, самый лучший год 1,5 мм. Поэтому такой вот очень медленно растает, плотность древесина получает, что позволяет тянуть в воде. Удельный вес 1,6. Вот говорят, здесь на Игорьке раньше самшита шестеренки подшипники делали, когда-то из дерева, представляете. Местные народности еще до этого у быки делали яды для пушек. У меня бывает уникальная древесина, что позволяет такие вот вещи из него делать. По правую руку это Вашингтония, пальма калифорнийская, Вашингтония ценосная, неточная. Названа в честь Джорджа Вашингтона, одного из первых президентов Америки. Ну, например, будете по улице Новодинской прогулиться, наши пешеходные, красивые улицы. Там, видите, в 60-х годах посажены пальмы такие же, то есть не более 50 лет. А это самые высокие из них, более 100 лет. А здесь уже Мексика, мексиканская горка. Мексиканскую горку задумали в конце 19 века, тут само учреждение товарища Дикоя. Восьмой королевой мексиканской горки, это по левую руку агава, по правую руку были большие агавы. Из них знаменитый напиток делается текила, наверное, слышали, да? Пойдем сейчас посмотрим на агаву. Здесь у нас юка также есть. Видите, мечевидные листья на концах иголочки. Очень прочная текстура, волокно юг. И первая джинсовая компания как раз в этом нуждалась. Первые свои джинсы компания Levi Strauss сделала не с хлопка, а именно из этого материала, из юки. Сейчас говорят, что хороший марки джинс добавляет до 5%. Цветет один раз в жизни. На 20-25 год она выпускает крупную стрелку до 8 метров в высоту. Вот такую вот. Цветет Сергей Николаевич Худяков, основатель нашего парка. Это танцы и балет. Купюра называется «Танцовщица». Сергей Николаевич, основатель нашего парка, был со стороны развитой личностью. Он написал историю балета, историю танцев 17 по 19 век, а также совместно с Мариусом Петюха были написаны такие балетные дрессы – «Байдерка», «Роксолана» и «Сталка». «Байдерка», например, достаточно популярная сейчас, у нас прошлой зимой «Байдерку» ставили. В то время это семейную славу принесло. Он огромный количество заказов у этой фирмы «Сангели» делал, Сергей Николаевич, основатель нашего парка, сюда все привозил из Санкт-Петербурга очень сложным путем. Вот этим брови отращивают. Да. Это камфорный лавр. Из него делают камфорное масло. Вот такое вот камфорное. Вот здесь вот в этой части местные леса раскочевали колхисты, посадили пальмы, кипарисы. И они, ну, в те времена, конечно, не такие высокие, как сейчас были. Мы подойдем с вами, увидим, что в Черном море, например, можно увидеть. Ну, конечно, при самом Сергея Николаевича здесь большой, красивый панорамный вид на Черное море был. Ну, если на балконе где-то мог пить кофе либо чай, любоваться Черным морем. Сейчас мы подойдем, увидим с вами, что чуть-чуть. Вот отсюда и сегодня море можно увидеть. Ну, конечно, при Сергея Николаевича здесь гораздо все красивее выглядело. Да, они пониже были, а само море получается хорошо было видно. Культурная композиция, тут же фрам итальянской компании Сангали изготовлена. Рыбак здесь идет снасти, петушок и мальчик с верелем. Такие вот они пирамидальные рысы. Их не подстригают, они с природной такие. О, какой. Буллеры. Совсем пирамидальные. Ну да. Так ее обычно называют. Но вообще ботаническое название лавр благородный. Ну, действительно, здесь у нас он используется. Лавровое листик. Это дерево, ну, не первого яруса, конечно. Не в таком же. 2-6 метров в высоту. А так кустарник. Подстрижены. Популярно, что даже на гербе флаги страны присутствуют. Это кедр ливанский. Вот прямо перед нами, посмотрите. Очень красивый горизонтальный ветви у него. Но в нашем парке всего три. По какой причине? Любит известняковую почву, любит теплый климат. Что характерно больше для Крыма. Поэтому не видите, как будто не сейчас. Сходите в Крыму, там увидите, что их очень много. Ну, у нас вот три штучки всего. Зато по правую руку это кедр гималайский, несмотря на то, что градоцент, основной клоненный порода нашего города стал. По городу все гулять, когда больше 100, может 200 тысяч у нас посажено. Огромное количество просто. Столетний чуть побольше с вами видим. По правую, по левую руку, это голубой цвет. Твои серые стволы, это кедр атласный. А это Алжир, Марокко, в основном, с Томилом. Вот смотрите, прямо перед нами одно из кедров, другу шишки такие висят. Такие салатового цвета. Он какой. Лох колючий. Вот он лох. На северо-западном Кавказе, где мы сейчас с вами находимся. Посмотрите на дерево, наверх.
Ну, дерево из аватара, да, насколько оно красиво, потрясающе, с своими орехокрылатками свисающими. И также это дерево красно-смирное. Вот сейчас каких-то экземпляров на северо-западном Кавказе очень-очень мало осталось. Вот такие вот красивые деревья у нас местные есть. Пойдем туда. Здесь смотрите под ноги, очень внимательно. Тропинка называется «Кустяник», рода не человек. Есть выходы корневых систем. Да. Дерево называется таксоуди или кипарис болотный. Ну вот можете видеть корневую систему у него. Видели в нижней части парка, когда вот прыгают там лебеди еще, да, были красиво. Да, вот это корневая система этого дерева. И на родине в Северной Америке корни могут до 2 метров вырасти. Такие вот они крышечки. Интересно. Я не понял, что это в нижнем парке. Красивый. Вот он прямо перед нами, это вишня мелкопильчатая, которая является той самой сакурой. Ну это, конечно, март месяц. Сейчас это просто вишня, да. Ну, форма бонсайная, форма орла. Искусственная, конечно. Садовники придали ей такую форму. Если пойдем с вами, например, на аллею сакур, вот март месяц приезжайте. Очень много цветущих, там больше 20 деревьев, сортов очень много, целый месяц протяженных цветения. Это вот март месяц, конечно, одно из самых красивых цветений. Цветение сакур, цветение магнолия. По правую руку ива японская. Перья японская по правую руку, она уже практически отцветает. Очень похожая на перья японская. У нас такая растет. Представлен самый большой деревья на Кавказе, это тис ягодный, около 100 тисерный, но если у него все выгодно. Вот такие вот ягодки можно у него увидеть. Единственное, не обольщайтесь на это растение, свое название он получил от латинского такса за содержание в нем токсинов. Большое содержание токсинов в крови может, конечно, к гибели человека привести, поэтому и в коре, да, не, ничего страшного. Так, ничего, то есть небольшое. Но есть такая легенда, что царям гавлянку давали кубки, сделанные сито. Они давали чару, а дубон ставили, напиток. И после этого, конечно, у царя рекордлями не были, потому что были отравлены. Но дерево это невысокое вырастает относительно крестикву и туже, до 25 метров. А дерево до 3000 лет у нас тоже есть. У нас есть там что-то рощик, где там писал вместе, то есть тысячи, 2000 лет, не знаю. Вот это вот интересное растение. А по поводу королей, это байка или это все-таки правда? Ну, как бы легенды такие ходят. Вроде как подтвержденные прямо, что описания такого исторического вроде как нету. Ясно, спасибо. Ягодки, они не ядовитые. В отличие от всего остального, все остальное ядовитое. Вот такое интересное дерево. Происходит от слова кипр. То есть так вот спрос на земном море. Честь пирамидальная, честь нет. Здравствуйте. Красиво. Своим деревцам по 50 лет. Они растут быстро. Оранжерея. Все, пошел страуса. Здесь у нас страусы представлены. По левую руку это солистка страус. Второе название Эрма. Слышали, да, про Эрма? Эрма вырастает до 180 метров и до 15 метров. Давайте в дальний угол посмотрим. Сравним с африканским страусом. Африканский страус, белый шеи, да. Африканцы те помогучие, 2,5 метров и до 130-140 килограмм самые большие самцы бывают. Разгоняется очень быстро, до 70 км в час. А в экстремальной ситуации, так же, как и наши деревья, вообще где Москва сейчас мы строим. Очень быстро. Здесь, конечно, они летают, но бегают. Крылья у него трофированы. Яйца дают очень большие, до 1,5 килограмма. Видите, то есть такой вот целый 10 человек. Также здесь 25 лет на правильном форме находится. Форме находится на Индии, курообразно находится. То есть, по большому счету, дикость, тропическая, очень красивая позиция. А пахалов у них сейчас нет, а пахалов все повылетали у самцов. Перед брачным периодом до 2 метров они вырастают. Уж ты какой. А там павлин. Там большой. Вау. Ничего себе какой. Прям руками хватаешь и все. Везде они по улице. И здоровый. Thank you.
отсюда. И вот фонтанчик у тебя водички. Прямо вспоминание молодости. Тоже похоже. Но не пробка. Да. Действительно великое дерево. Это вот у них делают дырки. Машины проезжают. Нести там. С той стороны можно сделать. Живут по 10 тысяч. Тут дольмен. А вот дольмен. Мы видели в торце. Да. Видишь. Как это чудесный мостик, да. Это было круто. Растет примерно месяц-полтора. Вот эти все стволы, которые вы видите, на самом деле это рост его за полтора месяца и не больше. Это термомачкой посолили, от которого вся плантация уже разрослась. И также все макаризы в лесу, например, вся приносит ему между собой связано. Там такой белковый, между узлы заполнено у него. Для изобретения пластика тоже много что делали из него. Вот интересное растение. С одной стороны, грядку можно сделать, воду, сокейны переносили к нему. Удочки. Да. Подмухи различные, тротики из него делали. Сейчас это более легкий материал, конечно. Там что-то уже лучше использовать. Ничего себе, вот это вот срез самшит, и такие маленькие, тоненькие годовые кольца. Солнышко, вот молодцы, их видно. И это год. То есть вот такой ступки около 200 лет. Смотрите, да, какая красота получается. У нас красота. Авторская. Эти опунции вот в этом году представлены. О. Чебурашины вот эти. Все тут красиво. На зиму даже не укрывается. То есть так можно. Ничего себе. Вот из них вы заборы видели как раз таки в этом. Нет. Помнишь? Местные жители в этом. В Тунисе сажали, как с забора сажают. Опунцы. Сейчас мы с вами кедры видели молодые, они так не сильно помечательные. Очень красиво они столетними какие были. Давайте посмотрим прямо перед нами. Так это гамалайские были столетними. В отличие от каких-то ели, что взял воздух, и у них после высушки нет, у них такая прямая, различные вертушки. Здесь противоположные формы сложные. Это голубой цвет свои, а здесь на этом вертушке прямая, различная вертушка. Это кедры атласные. Здесь мы с вами спускаемся по парадной лестнице, по правую, по левую руку, а тут лестница. Представляете, это Франция, Париж, Париж, такие должны быть, Париж, такие должны быть, Париж, такие должны быть. Да, прям видно, что это два слова, но они... Аллегро саль. Батарейка все. Это Париж, нет? Но вода Париж есть. Кончик. Орловской и мавританской беседки. А вот пирамидальным кипарисом. 100 лет. Все на все. На полу представлена роза ветров.
Ну, сейчас не знаю, как пройти, если не получится, нет, там розовый ветров середняка, обычно, ну, это желание загадывают на середняке розовый ветров. Ну, может, погуляете потом, освободят ребята. Площадку, чтобы вы розы загадали, все желание здесь. Также вот на 8 марта девушки и женщины очень любят получать эти растения. По левой руке. Лимон, да? А, ну, все ботаническое название кац серебристый или кац подбеленый. Также по левую руку и валиандр присутствует. Ну, как я понимаю, мы приехали на Смиковские водопады. Вход платный 100 рублей. Вот после ботанического сада. Однако мы хотим поесть. По дороге мы так ничего не нашли. Это была совсем такая чебуречная. С чебуреками на вынос. И все. Но тут есть кафе «Змейка». Попробуем посмотреть, что это такое. Будем надеяться, не очень дорогое. Ну, очередной раз потратились недешево в кафе «Змейка». Опять это за штуки две будут. Не покушать. Но потом мы идем с видом вот на такой водопад. Ну, че себе. Ничего себе, конечно. Рисково. Кафе нам понравилось? Вкусно было? Итак, вкусно было? Сытно. Тебе не очень? Но в предыдущее место больше. Баранина тебя разочаровала, да? Да. Ну и шашлык все-таки там был тоже вкуснее. Там и дорога. Где? Было. Там дороже. Ну, а что вот есть, морс есть. Вкусный. Да, а морс лучше. Да, самое вкусное это картошка, лук и морс. Да нет, мне баранина тоже понравилась, на самом деле, вкусная. Она другая немножко. Она отличается, но вкусная. Очень интересно, по-своему вкусная. Вот. В общем, вот такие вот у нас впечатления о кафе «Змейка». И дети, которые прыгают с него. Безумные девочки, которые прыгают. Такой вертикуру водопада вниз. Нет. Я понимаю, второй заход. Девочки, я тоже сейчас второй заход. Опа! Опа! Вот так вот. Боится. Водопад, который мы видели, вид издалека. Тут реально дорога, а не тропинка. Да. Там сеткой все покрыли, чтобы камни не падали. Видишь, покрытые сетки скала. Да, вижу. Ага, чтобы да, камни сыпались, но в голову отдыхающим не падали. Такой ручеек. Где? Вот. Да. Так это, наверное, ниже вверх. Да, это вверх водопада того. А вот там вот вниз. Угу. Ну, в принципе, можно и сходить. Но потом. Ну, а речка внизу. Чего-то. А мы идем все выше и выше. К водопадам. Такой маленький, смотрите. Вполне себе водопадик. Такое водопадище. Ой, какие красивые скалы. Ничего себе, так течет речка. Красиво. Копейка к третьему водопадику.
этой речке торчит прям так. Слои лавы наискосок перевернутые. Вот четвертый. Красиво. Вот как. Вот такой вот четвертый водопадик. Не самый маленький. Водопадик вид сверху. Красиво. Ух. Вот он, Зеленковский. Водопады. Ну вот, какие-то жердничка. Он действительно прямо из скалы убегает. Подозрительный шланг стал так. Жик, идет. Так это даже не подозрительный шланг, это водопровод. Да? Это то есть это... Нет. Это наоборот, вот из этого родника берут воду в водопровод, который, соответственно, питает, скорее всего, там кафе внизу или еще какие-нибудь там поселки. То есть так часто делают вот в горах. Ну что-то таскать-то руками, блин. Вот, собственно, конец объекта. То есть мы пришли к последнему водопаду. Идет дорога дальше. Интересно, куда? В общем, вот там, за этим ручьем, нет ничего, только дороги и раскисшая грязь. Мы туда сходили, посмотрели, в общем, грунтовые дороги, идущие не знамо куда. А мы идем вниз. В общем, конечно, маршрут на Змейковские водопады очень легок, всего 800 метров. Относительно широкая дорога, легкий уклон. Но то, что мы ходили вчера, так сказать, в экопарке, как он там, Ажек, это да, никакое сравнение не идет. Ручей Сванидзе в много раз красивее. Такая чистая водичка. Вот, да и дальние водопады, прогулка и тропинка. Вот, но она, конечно, много тяжелее. Сюда можно съездить, вот да, минут на 50 погулять, на часик, не больше. Ну что ж, мы друг взялись и решили, что плюнем на Сочи и сразу поедем на Абхазию. Сейчас мы пересекли границу, заняло у нас это около часа. Вот. И мы двигаем дальше по дорогам Абхазии вперед. Ну вот, будем искать тут ночевку.